Я ничего не знал о прошлом своих родителей. Я всю жизнь считал, что мой папа удачливый финансист, а мама домохозяйка. Только после их смерти я узнал о них всю правду. Я все равно их люблю, несмотря на то, что они меня жестко подставили и выгнали из дома. Я все понимаю. Они просто хотели, чтобы я был уверен. Мои родители – обычные, честные люди. Они хотели, чтобы я мог ими гордиться. Я бы все понял, мы бы нашли общий язык, если бы они были живы.